Такая вот лесная дорога. Эй, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной. Так вот, ходится ночью по лесу. Всем привет. Проснулся я сегодня в 12 часов, потому что в городе фактически не сплю, монтирую, ну или ложусь там к утру и просыпаюсь часов 9-10. А вот здесь уже отсыпаюсь. Тут тихо, спокойно, ничего не шумит, машины не шумят, ничего там не звенит, не пищит, и приятно дышится. Утро начинается с того, что я уже, в принципе, попил чая. Вчера то, что вода оставалась горячая, я засыпал Иван-чай, он натянул за ночь, и я попил чай с печеньем. Температура в доме стабильно 18 градусов, как на 18 градусов. Вчера закончил топить, так 18 осталось. Закончил бы топить на 20 градусов, 20 бы и осталось. Печка до сих пор еще теплая, особенно вот эта часть, вообще теплая-теплая. Прям градусов. В такой воде было бы горячо мыться. Значит, градусов где-то, наверное, 60, там минимум 70. На улице 14 градусов. Вот всю ночь вот это помещение печка поддерживала, когда на улице было 10-14 градусов. В доме было стабильно 18. Но с учетом того, что еще стены теплом не набрались, и они еще до сих пор в себя вбирают тепло. Еще сегодня протоплю до 20 градусов. Может, до 21 даже. Я люблю, когда вот 22-21 градус, когда можно в доме ходить в тапочках, босиком и в майке. Тогда вот хорошо. Вот видно, сейчас так не настолько здесь светло. Чуть солнышко пробивается. Ну, эта фигня, окошко песком запорошило от дождя. Так, утро начинается с того, что первым делом утро. Обед начинается. Утренний обед начинается с того, что я ставлю на зарядку все мои приборы. Вот солнышко как раз выглянуло. Так, вот солнечные батареи. Одна. Вторая. Поставлю на зарядку я Powerbank, которым заряжал телефон вчера вечером. И планшет. Ну вот так вот все устройство у нас заряжаются. Планшет поставил на более мощную солнечную панель. Сюда поставил Powerbank. Вот он. Скамеечка перевернута. Так, краска оставалась, я дно вымазывал кисточку от краски. Сейчас займусь трубой. Вон моя труба стоит. И вот сюда нужно будет как-то ее прикрутить. Не как-то, а просто прикрутить и зафиксировать вот здесь, чтобы ветром ее не дуло. Итак, господа, у меня есть вот такая вот труба, алюминиевая. Я ее поставлю как дымоход, поскольку здесь температура небольшая, она не расплавится. Здесь вообще температуры нет, градусов 50, не больше. Вот что нам для этого понадобится? Во-первых, вот две такие штучки, две веревки, палочка и плюс веревка к ней. Вот я здесь применил обычную вот веревку из полипропилена. Я так думаю, она из полипропилена. Тюки для соломы я обвязываю и сделаю вот такую вот косичку из нее. Зафиксировал на палку. Потом покажу, для чего это надо. Отвертка. Ну, отвертка у меня плоской, оказывается, не было. И я сделал из простой проволоки. Как проволока? Это не простая проволока. Она толстая. Почти 4 мм где-то толщиной. И вот на конце ее разбил молотком. Под гум молотку ее стучал и немножко напильником обработал, чтобы была такая ровненькая подобие отверточки. Естественно, саморезы. Но если у вас есть электроинструмент, то все эти саморезы можно закручивать прямо в трубу, без отверточки. И вот по металлу сверло, которым я буду предварительно делать дырочки. Вот лестница мне еще понадобится. Сейчас вы увидите невероятные технологии, а именно деревянная стремяночка. Такая она. Итак, приступим. Так, вот это у нас вверх, вот это низ. Особо не играет роль в данном случае, но вообще, если такой бортик имеется, это говорит, что вверх. Точнее, труба насаживается вот так наверх, чтобы потоки воды не затекали внутрь. Оп. Так. Ну, это, конечно, лучше делать вдвоем, но можно и одному помучиться.
Берем веревочку первую. Может, даже одна веревка понадобится. Так. И засаживаем вот под этот лист первый. Оп. Вот так засадили. И вот так. Теперь веревкой это все зажимаем. Так, наматываем сюда. Поехали закручивать. Затягиваем. Вот так смотрим, ли там все прилегает хорошо. Все отлично. Еще чуть ее подтянем. Так. А как-то ее зафиксировать? Самое проблематичное. Но... Так. Поближе. Вот. Держится у нас все это дело. Теперь проделываем вот здесь дырку, чтобы дырка прошила все четыре листа. Вот так где-то. Оп. Отлично. Берем нашу отверточку. Один саморез. Хорошенечко туда. Оп, ну все, достаточно. Теперь нужно где-то с самого верху закрутить. Лезем наверх. Опа. Трубу я потом прижму к крыше. К соблюсти надо единый диаметр. Вон, видим, наш саморез торчит, да? Все прекрасно, 4 листа прошил. Здесь можно и руками вот чуть-чуть так просто поддавить. Ага, стремяночку надо с той стороны поставить. Ну да, веревка нам особо не понадобится. Так. Сейчас бы как-то ее держать на себя, трубу. А то я ее могу опрокинуть вообще. Вот сейчас веревочка как раз для этого и понадобится. Просто буду трубу на себя как-то тянуть. Чем тянуть? Как-то бы ее на руке зафиксировать. Непонятно. Будем зубами тянуть. Отлично. Так, одна дырочка есть. А вот вторую надо как-то... Так, не получится, когда я давлю, то она труба сжимается в диаметре. Ага, о, придумал. Грудью буду давить. Вот так. Гениально. И закручиваем саморез. Вот так. Теперь трубу сейчас так вот приподнимем. Оп, вот так, чтобы она была держалась. Там все закрутим, зафиксируем. Открою, чтобы дом проветривался. Вот принес веревку, сперва натяну веревку, а потом уже проволокой зафиксирую. Так. Так, теперь на проволоку. Алюминиевая проволока, чтобы не сгнила. Будет как в лучших домах Лондона и Парижа. Теперь здесь затянем. Тянем, потянем. Вытянуть не можем. Что здесь за проволока делает? Откусываем. И еще затянем чуть-чуть плоскогубцами. Главное не перетянуться, а то может лопнуть. Все. Приколхозили. Называется. Сейчас шурупом еще штуки три сюда
гоню, и будет замечательно. Тянем хорошенечко. Тик. Вот так. Вот здесь сейчас по контуру поставлю штуки 3-4. Вот, все. Прекрасно. Как мертвая. Вообще ни сюда, ни сюда. Все как в лучших домах Лондона и Парижа. Кстати, я здесь переделал. Я потому что отошел, так и спустился тогда. Смотрю, а труба туда вообще так завалена. Вот пришлось там все обратно разобрать. Сейчас натянем ее еще. Списку. Бугорчик. Да, натянуть не помешало бы. Вот так. О, прекрасно. Сейчас проверим, как печь-ракета будет работать. Она еще до сих пор теплая. О, дверь вообще горячая. А сейчас уже 4 часа вечера. Сколько? Сейчас точно посмотрим. Да, 4.01 вечера. Ничего себе, там еще угли. Ну, посмотрите на это. Чудо-печка. Угли еще. Ну, с ума сойти. Уголечки. Капец. Я и сам не ожидал. Получается, это вчера я в час ночи закончил топить ее, закрыл дверьку. И сейчас 4 часа вечера. 4.16, то есть 15 часов. В течение 15 часов там даже угли остаются. Если бы мне это показали, я бы не поверил. Вот честно, я бы не поверил. Я бы сказал, что до такого быть не может. Он топил ее. Уже 15 часов, чтобы угли оставались. Вы понимаете, это она по... Она до сих пор... это с ума сойти. Ай, блин. Угли. Как... Так сколько их много, чтобы там чувствовалось. Огромные угли. Блин, вот какой огромный плюс печи, когда вот такой купол сделан, а не по обычному печь-ракета. Ладно. Такие особо распаливать даже не надо. Я заготовил, сейчас думал, сейчас вот здесь буду там... Достаточно просто палочек туда закинуть. Я хотел объяснить, что вот надо распаливать маленькими веточками, уже все заготовил. Все, пошла тяга. Вот так вот оно сюда затягивает все. Прикроем чуть дверьку. Подкинем еще дровишек. И одну пожирнее. Прикрываем вот такую дырочку буквально оставляю, чтобы она так потиху-потиху горела. Вот, блин, я даже, наверное, не видно этой дырочки. Вот так вот видно. Да? Вот так вот она полностью закрыта. Вот так полностью закрыта. Она что-то прижимается вот. Ни единой дырочки. Вот так я делаю. Смотрите, как красивенько. Да, солнышко падает так высоко. Такой свет в доме приятный. Я окошко почистил, залез. Так вот эти уже надо, наверное, снять. Мух, потому что нету. Уже холодно для мух. Ну, снимем-то их снимем, но положим где-нибудь стороночки подвесим. Пускай все же тусят. Отсюда, допустим. Уже сегодня можно было перебираться на нормальную кроваточку. Прекрасно. Ветер дует небольшой. Вот, и не задувает уже,
как задувало раньше. Ай-яй-яй, сказочка. Ой, все, починили печь ракету. Эх, смотрите, какая красота, господа. Это все мое. А вон лавочка стоит, там интернет хорошо ловит. Но я уже нашел в доме, где интернет хорошо ловит. Ох, печечка моя, намучилась ты. Не работала. Блин, сейчас местные жители подумают, что придурок какой-то, блин, приехал, сам с собой разговаривает. Ну и фиг с ними. Пару раз подумают, придут, спросят, что ты сам с собой бубнишь, увидишь, что камера. Так всегда в жизни случается, если ты что-то делаешь, и люди думают, что ты какой-то странный, думают, что ты больной какой-то. Какие-то вещи делаешь, что типа как сам с собой разговариваешь. И после того, когда они узнают, что ты говоришь на камеру, они уже будут это нормально воспринимать, что ты где-то там в лесу стоишь и бубнишь что-то. Так что не парьтесь. Но главное не париться. Вот когда ты начинаешь действительно париться, вот это выглядит стрёмно. Так потиху-потиху она горит. Нормально. Я боялся, что типа не хватит тяги, что ли, не хватит печерки мощности. А тут воздух даже теплый. Поэтому в любом случае хватит, все отлично. Эх, вот еще раз посмотрите на красоту. Ну все, господа, печь ракета официально объявляю рабочей. Ну вот день подходит к концу. О, собака. Ну-ка. О, собака. Что это у меня так? Кусаться. Играться хочешь? Иди сюда. Так вот, уже где-то ближе к 6 часам. Походил здесь по огороду, посмотрел, или все в порядке растет. Сейчас буду готовить есть и пойду за водой схожу. Смотри, да, какая красота. Выходишь с моего участка. Сейчас очень классный снимок получится. Вот солнышко так хорошо выглянуло. А с той стороны еще такие синие облака. И поле огромное. Сейчас это все засниму на камеру. Вот так сидишь здесь потиху. Макарошки готовишь. И закатом любуешься. Постоянно здесь такая тишина. Люди в такой тишине всю жизнь живут. В доме уже 20 градусов. Сейчас еще чуть потоплю, до 21 догоню. Ну и все, и закрою топку. Пускай угли там тепло держат. Не, ну конечно, крутое открытие, что угли так долго остаются. Я и раньше топил печь, но никогда днем топку не открывал, не смотрел. Ну, закрыта топка, все, печь теплая-теплая. Оказывается, там всегда угли были. Я же герметично не закрою дверьку, все же она железная, чуть-чуть как-то деформирована. Видимо, где-то есть какое-то пространство. Чуть-чуть кислорода поступает, чтобы угли поддерживать. Все, господа, этот день буду заканчивать. Макароны сегодня буду есть с яйцом и с помидоров салат сделаю. Макароны налью арахисового масла. Очень вкусное, кстати. Ну все, друзья, всем удачи, пока. Если нравятся такие видео, подписывайтесь на канал и пока.